Добрый день, коллеги. У нас тема доклада такая полевая, животрепещущая. Буквально недавно мы выполняли работы и сейчас продолжаем выполнять в арктической зоне по контракту по пункту ФСГС. Ну и, соответственно, хотелось бы поговорить немного о тех проблемах, с которыми мы столкнулись, и подготовке, и в реализации, ну и внести некоторые предложения по возможной модернизации наших языческих сетей, расположенных в арктической зоне. Ну, собственно говоря, наша страна, как вы все прекрасно понимаете, находится там в практически 70% находится в северных территориях. Вот, порядка, значит, 24 регионов отнесены к северным, 13 из них полностью. Указом президента 2014 года, значит, о сухопутных территориях арктической зоны были приравнены 9 регионов. Вот, соответственно, для стратегии развития арктической зоны и территории была определена стратегия в 2020 году, которая реализовывается до 2035 года. Ну и таким актуальным, значит, интересом пользуется происходящая реализация этой стратегии. Буквально в 2022 году в апреле состоялось, значит, совещание, вот, на котором, соответственно, президент уточнял параметры реализации стратегии. Вот, по итогам совещания был сформирован перечень полученных поручений для правительства, который, соответственно, был опубликован и сформирован. Вот. Что касается арктической зоны Северо-Западного федерального округа, это зона ответственности нашего предприятия. Туда попадает порядка 10 тысяч пунктов ГГС 1-3 классов. Распространение и плотность этих пунктов очень разная. В частности, например, на архипелаге Новая Земля, на северном острове, реализация пунктов практически, там, можно сказать, нулевая, а на южном острове порядка 600 штук их было заложено, отобретено. Вот, ну и понятно, там, в связи с тем, что там испытания проводились на северной части острова, вот, пунктов там не совсем много. В настоящий момент в арктической зоне у нас располагаются 7 пунктов ФАКС, более 20 пунктов ФГС и около, даже более уже, наверное, 450 пунктов СГС-1. Очень много пунктов, заложенных в рамках сетей сгущения и там 3-4 классов, опять же, имеющие хороший там, значит, уровень реализации и плотность на территориях, вот, не вошли в каталоги 2003 года, в СК-95, соответственно, часть информации по ним была у нас немножечко утрачена. Вот таким вот образом за последние 2001 года выглядит Северо-Западный федеральный округ в плане реализации спутниковых геодезических сетей. Буквально недавно, в 2021 году у нас был, значит, фрагмент ВГС, значит, Усть-Тыльма на Линмар, отмечен желтым. И в этом году мы создавали фрагмент спутниковой геодезической сети первого класса на восточной части Кольского полуострова, от пункта ВГС Кузамень до пункта, ну, практически там до Бурманска. Вот. Ну и в этап самого фрагмента сети у нас вошло еще закладка двух новых пунктов ВГС. Как видите, практически все, что можно уже вдоль дорог, линии нивелирования в Северо-Западном округе, мы уже сделали, развили, заложили, почти отнаблюдали. Вот, остается у нас необъятым Ненецкий автономный округ, потому что связанная проблема понятная, отсутствие дорог, дорогой авиатранспорт, вот, и, как следствие, труднодоступность. В Мурманской области наш СГС-1 строился для нас, скажем так, мы принимали участие в построении этого фрагмента впервые для себя с воды, побережья Баренцева моря. Связано это было с передвижением судна, труднодоступностью, опять же, там территории. Вот, до Сосновки можно было доехать, а дальше от Сосновки по восточной части нужно было до Мурманска как-то опять лететь. Все это дорого
и сложно попадать на эти вертолеты. И в связи с этим было принято решение о, значит, реализации данного объекта с воды. Значит, мы вкратце, если, значит, более подробно отвечу уже при личном общении. Значит, реализовали сначала, первый этап у нас был обследование пунктов и подготовка, а второй уже спутниковые наблюдения по выбранным обследованным пунктам. В арктической зоне мы имели опыт работ по закладке пунктов ФАКС на Янмар в 2017 году и Андерман. И в 2018 году мы реализовали проект на территории Шпицбергена в городе Баренцбург. Проект был для нас весьма важным, потому что тогда еще это можно было сделать. Согласование происходило, место закладки, даже с мэром Шпицбергена, потому что именно он определяет территориальное расположение. Значит, Баренцбург поделен на некоторые территории, научную, промышленную, проживание. Мы попали в научную зону, нам выделили гору. И пришлось, соответственно, пункт закладывать на горе, расположенной рядом с городом. Вот, пункт до недавнего времени работал все в порядке. В принципе, у нас там был полный комплекс работ от закладки, пусконаладки до победного. Сейчас на территории Российской Федерации у нас действует 54 пункта ФАКС. Данные предоставлены на сайте РГС-центра. Вот, и мы в этом году заложили и запустили уже ФСБС на острове Хейса, на Малых Кармакулах. В данный момент времени проводятся работы на северной земле, на мысе Баранова. Ребята высадились буквально недавно, 7 числа, и уже ведут работы по реконструировке и подготовке, значит, установки пилонов. Вот. Еще у нас одна бригада выдвинулась в антипоюту. Буквально вчера и завтра мы улетаем на Чукотку, в Лаврентию, для того, чтобы там тоже реализовать закладку пунктов в рамках программы ФСБС. Также у нас еще есть три пункта пусконаладочных работ, когда мы уже в прошлом году заложили, значит, уже сами пилоны, сделали геодезию. Это у нас Сегежи Амур, Республика Карелия, Вологодская область Белякова и Республика Коми Ираил. В данный момент также выдвинулись, значит, получено оборудование, бригады выдвинулись для уже пусконаладочных работ. Скорее всего, в ближайшие, там, может быть, недели, 2-10 дней уже появятся сведения о том, что пункты эти уже запущены и в сети интернет-тестирования находятся в ГБУ. Для реализации наших проектов в арктической зоне мы, значит, постарались разработать совместно с специалистами Роскартографии и ФГБУ, значит, пилон тип-центра новый. Данный тип-центр используется очень активно, значит, в сети ЕГС. Также реализуется он и в Антарктиде, и в Арктике, в арктической зоне других иностранных государств. Тип-центр представляет собой монолитный пилон металлический из нержавеющей стали с термозащитным кожухом, с устройством принудительного центрирования антенны. В принципе, имеет, значит, крепление к скальным грунтам, шпилечное там, или болтовое, или анкерное, и удобен в самом монтаже. На примере этого пилона мы немножечко доработали наш тип-центр, так как он должен у нас был быть по техническому заданию не менее 2 метров. Мы его немножечко увеличили в высоту. Вот, сделали его трехосным, ну и, соответственно, самого крепления у нас было где-то квадратным, где-то круглым основанием самого пилона. Также, значит, в данное основание немножко внесли конструкцию, как там боковая марка у нас должна быть, мы ее сделали горизонтально, она находится в основании, значит, пилона. Основным преимуществом данного центра является еще то, что мы продумали о том, чтобы по возможности этот пилон можно было увеличить до высоты 3 метров посредством создания и инсталляции надставки специальной, которая ставится наверх, она метровая, и таким образом размер пилона увеличивается до 3 метров, если вдруг нужно его там немножечко приглубить, прикопать, и чтобы все-таки на поверхности была двухметровая, значит, высота. Ну, на Малых Кармакулах вы уже видели эти, наверное, картинки неоднократно. Значит, наша бригада подготовила в период там полевого сезона, подготовила основание, смонтировала сами пилоны,
пусконазначенные работы по оборудованию «Лейка» были выполнены практически там в период полевого сезона. Мною были доставлены оборудования по, значит, фирме «Джаваты» установлено, то есть второй комплект приборов. Вот. Все это дело таким образом заведено внутрь станции, в жилые модульные помещения. Оборудование находится в тепле, разнесено, соответственно, оборудование по своим элементарным номерам и шкафам. Ну и в данный момент на малых кормоколах у нас, мы до этого там не знали, что установлено оборудование Роскосмоса, и наши пилоны находятся в ряду с пилонами центрами Роскосмоса. На данный момент в малых кормоколах присутствует 5 спутниковых приемников, которые стоят в одном месте. На Хейсе у нас задача была немножечко посложнее, потому что сам остров находится уже прямо в реальном арктической и галактической зоне, порядка 80 градуса, холодно. Ребята, когда туда приехали, там еще было минус 4, минус 5, стоял еще снег, лежал, лед, соответственно, озеро было замерзшее. Работы по монтажу тоже начались, значит, скоропостижно, но также у нас возникала опасность встречи с дикими животными, о чем у нас там тоже было предупреждение от начальника станции, но ребята там при выполнении работы, один дежурил, трое копали, все нормально, по ходу менялись, пилоны были смонтированы у нас на скальном выходе, был создан бетонный постамент, на него были смонтированы также шпильчатым креплением сами установлены пилоны. Кабель антенны был положен нами в металлическую трубу, потому что сказали, что медведи частые гости, и, к сожалению, их интересует абсолютно все, что пахнет. Дерево, пластик, все грызут, пробуют на зуб, там отрывают и так далее. И вот наша замечательная такая вот петелечка небольшая, как видно, да, на этом слайде в гофре, вот мы переживаем за то, что, возможно, ею заинтересуются. Здесь уже приходит понимание, что двухметрового пилона как бы недостаточно. Наверное, нужно делать 3 или вообще снизу все прятать. В частности, вот господа, которые занимаются установкой автоматических метеостанций, они практически все, что у них висит на мачте метеостанции, из шкафа все провода, они закрывают снизу, разработали там сами условно говоря, там на коленях металлический кожух, и они просто все провода полностью закрывают металлическим кожухом, чтобы снизу вообще ничего не торчало, потому что у них идет там питание от аккумулятора внизу, все провода уложены в трубу, закрыты этим кожухом, то есть по факту метеостанция – это такая мачтная растяжка, с которой ничего, в принципе, не торчит. У нас пока это не так. Вот, шкаф установлен в отапливаемом помещении на Хейсе, вот в том маленьком полочке. Вот, в принципе, там конвектор висит, тепло, шкафы поставлены друг на друга, мы там демонтировали старое оборудование. Ну и, соответственно, расположили наши приемники. Для гравиметрических пунктов арктической зоны мы также подсмотрели одно из решений наших иностранных друзей. Вот, случайно наткнулись на станции Антарктическая Русская на гравиметрический пункт, замечательный по программе США, который был там установлен, заложен. Взяли его за основу, плиту увеличили до размера 80 на 80. Ну и вот на Хейсе у нас установлена была такая плита скального типа. На кормоколах аналогичная плита установлена на бетонный постамент, который, соответственно, стоит на скальном выходе. Засверлено все на шпильках, заармировано, залито бетоном. Соответственно, находится в непосредственной близости от пункта ФАКС на кормоколах. Контрольная центра. Арктическая зона опасный, значит, момент по поводу хождения там, по пунктам, триангуляции там, и так далее, которых иногда бывает и нет. Поэтому контрольные центра тоже мы взяли по аналогии, сделали по аналогии с антарктическим нашим опытом. Отсутствие какой-либо растительности, кустов, деревьев, как следствие помех, зданий минимальное количество. Вот на скальном выходе инсталлировали устройство принудительного центрирования антенны, на которой можно и рейку поставить, и антенну накрутить, и не требуется штатив, что в дальнейших работах при привязке может повлиять на точность привязочных работ. И опять же, установка спутниковой антенны. Вот. На кормоколах тоже по аналогии также были сделаны контрольные центра, заложенные в скальных выходах. Находятся недалеко от основного центра пункта ФАКС, и
Нивелировка по ним будет сделана, ну и, соответственно, спутниковые привязочные наблюдения также выполнены. Сама система данных белонов у нас разрабатывалась в течение там, практически там, весны. У нас получилось два типа как бы, методик. Одна для скальных выходов ну, и, соответственно, гравиметрическая плита этого белона и контрольные центра. И вторая для зоны вечной мерзлоты. Для зоны вечной мерзлоты мы будем использовать свайные значит, крепления на сваях. Сваи забуриваться будут у нас на большую глубину, там порядка 4,5 метров. Будет обеспечен продув между поверхностью земли и площадкой пилона, также гравиметрического пункта, что обеспечит сохранение, не нагрев, скажем так, верхнего слоя мерзлоты. Вот, в дополнение еще будем, скорее всего, делать кожух тоже термозащитный на свае, чтобы не создавать нагрев верхнего слоя мерзлоты от данных конструкций. Надеемся, что это у нас обеспечит стабильность на долгие годы. 25-30 лет назад пункты просто выпирают, мерзлота из себя выталкивает все ненужное, да, ну и, соответственно, вот это вот пункты триангуляции в Андерме, когда мы прилетели туда закладывать факс, вот этот вот репер был в 2003 году вровень с землей, и он являлся контрольным центром пункта ВГС Андерма. Когда его приехал взять в качестве, обследовать в качестве, опять же, контрольного центра пункта факс, я очень долго не понимал, где репер, что это за железный столб стоит, а потом, когда Марку уже увидел, там реально это тот репер. То есть за 10 лет его выперло, в принципе, на порядка там метров 80. Ну и, соответственно, арктическая зона у нас, как вы прекрасно понимаете, ранее заложенные пункты, в том числе и стены какие-то репера или вообще разные, да, находятся практически в таком вот состоянии. Ну и, соответственно, как вы видите, стеной репер находится на расположенном здании, трещина фундамента, там, соответственно, от него уже, условно говоря, никакой как бы уже нету ни помощи, ни надежности и так далее. Мы вообще в Андерме провели там чуть ли не научно-исследовательскую работу в поисках нормальных реперов, от которых можно прогнать нивелировку. И нашли только два репера в 8 километрах от Андерме на скальном выходе, потому что весь скальный выход, он не шевелится. Все остальное, все, что мы там искали, друг относительно друга очень сильно... Очень интересно, прошу прощения, но мы совершенно не укладываемся. Да, вот сейчас, да, уже 17 минут, сейчас все буду заканчивать, да. Ну и, соответственно, сами типы центров, которые используются на полярных станциях, УГМС на островах арктической зоны, они очень разные. Где-то труба, где-то бочка с трубой, где-то асбестобетонная труба. Также выпирают центры, ну и, соответственно, разрушение береговой линии поглощают как бы, наши ранее заложенные пункты. Вот. Ну и проблема еще это логистика арктической зоны. Все практически с кораблей вертолетов. Все сложно, дорого, и самое главное, что очень сжатое расписание, в частности, значит, по нашему опыту попали в рейс по снабжению полярных станций, 6-5 часов стоянка, 3 там, день максимум и так далее, все очень в авральном режиме. Вот. Ну и, соответственно, наше предложение по значит, арктической зоне в целом, да, это значит, по модернизации пунктов ГВО, как уже было сказано, да, на реперах значит, фундаментальных либо узловых выполнять спутниковые наблюдения для того, чтобы мы имели не только высотную координату, но еще высокоточную плановую координату. Соответственно, по банку данных, о котором уже говорилось, да, хотелось бы тоже какую-то связь продолжить, да, и наполнять его, продолжать, потому что появляются новые методики, точность реперов в плане повышается, их проще найти. Также нам нужно согласовать систему высот на островных территориях в Арктике, потому что там практически на каждом острове своя условная система высот, передавалась она не бог весь как, и поэтому можно разработать программу спутниковых наблюдений, в рамках которой это можно сделать. Ну и, соответственно, то, с чем мы столкнулись, это отсутствие взаимодействия, на самом деле, между ведомствами, да, бывает там ГМС, там Роскартография, Роскосмос, хотелось бы создать некую такую платформу или геоинформационную систему, в которой можно было бы обмениваться какими-то сведениями, проектами по выполненным работам, по проектируемым работам, потому что зачастую приезжаешь на Кормакол, и там уже, оказывается, три пилона уже стоят. Ну, прикольно, давайте еще три поставим. Вот, понятно, у тех свои задачи, у нас свои задачи, но при этом можно было все это дело сообща как бы превратить в более какой-то такой интересный контент. Все. Спасибо большое. Да, мы вас поздравляем за первое интересное общение.